насколько неспокойно, настолько попраны все нравственные и культурные ценности в мире, непонятно действительно, что происходит. И очень замечательно, что у нас здесь, в городе Бийске, в Алтайском крае, есть общество, общество, которое помнит, чтит и возрождает те его пророческие высказывания, то его наследие. Это очень важно. И в музее Николая Константиновича есть у нас и в Алтайском, да, и в других наших музеях. Спасибо вам огромное за вашу память, за ваше духовное подвижничество. И я уверена, что все то лучшее, что он пророчил нам,